И раз, два, три! Храмовый, часовенный, предельный, гулевый, каких названий только нет у престольного праздника. В выходной селяне и приезжие собрались у Серафимовского храма, чтобы отметить День села и престольный праздник. Поздравить жителей села Федино и наградить выдающихся воскресенцев грамотой за добросовестный труд и активную жизненную позицию приехал депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов. Вы знаете, очень приятно приезжать к вам в село и видеть радостные, счастливые лица, видеть детей веселых, озорных, видеть ваше трудолюбие. Также Фединцев поздравил двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по Воскресенскому избирательному округу Екатерина Лобышева. Она пожелала жителям крепкого здоровья и домашнего уюта. И, конечно же, историю любого района, любого города или села делают люди. Поэтому я желаю, чтобы ваши славные традиции села продолжались. Ну а жителям, конечно же, всех благ. Спасибо. С праздником. Престольный праздник Серафима Саровского для жителей вдвойне важный день, ведь он связан не только с храмом, но и с основанием села Федино. С ходом времени традиции меняются, но не утрачивают своего доброго начала. Ну, конечно, для детей всегда у нас здесь батуты, всегда попкорн, сладкая вата, потому что это детям нравится. Для людей более старшего возраста здесь и мастер-классы. Для бабушек и дедушек мы всегда стараемся сделать чай, потому что, чтобы они немножко отдохнули, посидели, посмотрели, подошли, попили чайку, провели свободное время. Для сельчан творческие коллективы Дома культуры Федино подготовили концерт, а для самых маленьких была организована настоящая пиратская вечеринка. Жители с удовольствием прониклись торжеством и атмосферой этого дня. Возвращаемся обратно через них. Ой, праздник мы вот пришли только в этом году, так как в том я была в положении, а вот в этом уже с малышкой пришли. А больше всего что нравится? Ой, больше всего нравится, как выступают люди. А малышка подрастет и будет уже бегать. Да, будет танцевать, петь песни. Процветания, успехов и счастья – вот чего хотелось бы пожелать сельчанам в их светлый праздник. И пусть атмосфера добра остается в Федино всегда. Виктория Федосеева, Дмитрий Волнов, новости Искровект.